Всем добрый вечер. В эфире «Абаза ТВ» биографический салон. Сегодня у нас в гостях педагог, бывший директор Гудаутской средней школы номер 2, свидетель, непосредственная участница многих общественных акций, которые происходили в тылу, непосредственно в Гудауте, во время Отечественной войны народа Абхазии, Мерит Хагушева. Мери Борисовна, приветствуем вас. Спасибо. Добрый вечер. Рады вас видеть. По традиции, Мери Борисовна, этого проекта хочу начать с детского периода вашей жизни. Вот расскажите нам о том, где вы выросли, немного о своей семье, люди, события, вообще это время, как вы вспоминаете, как оно отложилось в вашей памяти? Ну, я родилась и выросла, воспитывалась в Гудаутском районе, в очень красивом селе, с красивыми, прекрасными людьми, соседями. Это село Колдахвара. Колдахвара, если говорить на Училась я там в школе. Закончила школу в 1963 году. Во время учебы в школе была активная ученица. Во всех мероприятиях принимала активное участие. Затем в этом же году, в 1963 году, я поступила в Сухгоспединститут имени Горького. Тогда он так назывался. Мери Борисовна, знаете, о чем хочу спросить? Вот период вашей учебы в школе. А вообще после, еще до начала Великой Отечественной войны, известно, что вот в отношении Абхазии проводилась вот эта переселенческая политика, переселенстрой так называемый, да? Потом был такой момент, когда насаждался грузинский язык в школах Абхазии. Вот вы во время своей учебы, может быть, слышали об этом или сами в какой-то степени испытывали это? Вот что-то такое подобное было у вас? Меня, к счастью, это не коснулось. Но это коснулось моих старших братьев, особенно Романа Борисовича старшего. Но он не пошел в школу там, где насаждался вот именно грузинский язык, грузинские. А он из своей деревни, из Колдахвары, поехал в другую деревню и там учился уже в абхазской школе. Там была такая вот абхазская школа, но там она потом стала абхазская, а так она русская школа, и вот он в этой русской школе закончил. Его как-то это коснулось, меня это не коснулось, поэтому слышать я слышала, что... Просто учились вы более позднее время, поэтому... Я в более позднее время, 63-й год, это уже, можно сказать, цивилизованный, был цивилизацией. Но и тем не менее... И тем не менее, у нас были соседи грузины, все, мы очень дружно жили, кстати, у нас не было таких вот каких-то вот националистических выпадов, и у них не было, и у нас это, поэтому я это не прочувствовала. Я даже сюда... А после того, вот как вы поступили, стали учиться, вот проходило время? Вот после того, когда я поступила в университет, в институт, вернее, уже начались, ну, я в 68-м году закончила. Даже в институте этого тоже не чувствовалось, кстати, я хочу сказать. Мы учились, ГИСХ был у нас, и наш Сухгоспединститут. Но у нас как-то этого не было, тоже такие националистические выпады, что были с какой-то стороны и прочее. Это уже немного попозже потом началось, уже попозже. А так мы... Единственное, что в институте я когда училась, я входила в основную команду волейболистов, волейбольную команду. И вот как-то мы поехали в Гори, у нас была вот эта вот встреча, волейболисты мужской команды и женской команды. Там мы шли очень хорошо, на первое место и женщины, и мужская команда. Но там как раз мы прочувствовали вот этот вот, вы знаете, вот давление такое вот на нас, вот к ребятам, к женщинам, к девушкам к нам не подходили, конечно, даже с симпатией относились, но к ребятам подошли и сказали: первое место мы вам не дадим. И вот там вот был немного такой вот конфликтная такая была ситуация, я даже вообще была в шоке, конечно. Спорт и политика – это вообще должны быть совершенно разрознены. Но вот там вот так вот получилось, что нас поставили на второе место.
в любом случае. Они как сказали, так и получилось. Хотя мы шли на первом месте. И получилось это именно из-за национальности, из-за того, что вы из Абхазии? Да, из-за того, что, боже упаси, они не хотели, они хотели быть первыми. Но потом мы уже после этого попали, так как, ну, неважно, второе место, мы в Тбилиси попали уже. В Тбилиси более-менее там даже с симпатией к нам отнеслись, потому что там более цивилизация была, не то, что в горе было. Цивилизация была, и они с огромной симпатией к нашей команде отнеслись. Там, конечно, мы взяли. На первом месте мы были нормально, спокойно, уехали оттуда с уважениями, с почестями. Все, вот это вот было такое вот. Мерия Борисовна, вот события второй половины 70-х, 80-х годов. Как отложились в вашей памяти? Что вы помните, были ли вы непосредственно участницей или вот свидетелем этих событий? Была я свидетелем этих событий. Я помню, как в Лыхне мы собирались, письмо с подписью 130. Там мой деверь тоже подписал это письмо. Я помню, мы в Лыхне, море людей было, собралось тогда. И отстаивали свои позиции. Конечно, очень жестко отстаивали свои позиции. Мы подписывали документы. Я помню, как сегодня это. Вот это вот все. А жили вы уже в Гудауте, да? Да, я в Гудауте. Я в 66-м году. А уже. По соседству у вас вот какая была ситуация? По соседству, я вам скажу, у нас жили многие грузины, правда. Но бывали такие, вы знаете, вот разговоры такие вот иногда бывали. Вот женщины друг с другом, так вот мы немного, но в области языка и литературы меня, конечно, в этом отношении никто не может переубедить ни в чем. И мне всегда приходилось их, наоборот, переубеждать. Хотя их тоже было очень сложно переубеждать. А в школе я работала, когда у нас были тоже, там вот директор как-то ко мне подошел и говорит, Мери, говорит, вот так вот, говорит, учительница грузинского языка, уже тогда вводился абхазский, группы делились на абхазскую группу, на грузинскую группу. Желающие шли абхазский учить, а обычно русскоязычное население, они шли изучать грузинский язык. Но эта учительница... Как-то она стала, оказывается, вести какую-то такую работу идеологическую, свою идеологию внедрять. Он говорит, слушай, мне, говорит, стыдно, говорит, я мужчина, говорит. А я была завучем, полставки завуча у меня было. Хорошо, я говорю, не вопрос. Я говорю, я поднялась наверх, она на четвертом этаже была, урок преподавала, я открыла, вошла, я говорю, вы знаете, идут такие слухи, я говорю, вы мне извините, пожалуйста, что вы здесь... проводите свою идеологию, что чья это вы исторические вот эти вот данные, фальсифицируете историю и прочее. Не, она мне, конечно, ответила, нет, что вы туда-сюда. Я говорю, так, дорогая моя, если я еще один раз услышу об этом, я говорю, моя хорошая, ты вошла в дверь, но выйдешь через окно. Я говорю, пожалуйста, чтобы эта тема не была, я говорю, на уроках. Ты как педагог, работай или будешь уволена. Все, мне один раз надо было сказать. Я сказала один раз, и после этого мы учеников-то спрашивали, как они, что они. Они говорят, она уже на эту тему, говорит, с нами не разговаривает. Но в коллективе у нас были, с пеной у рта доказывали. Приходилось очень часто аргументированно их, им доказывать, что это неправильно, что это не... там, они жить обычно, это земля грузинская. Конечно, были стычки, даже были такие моменты, когда они стали обращаться на грузинском языке, по-грузински с нами разговаривали. Но я потом, я, конечно, была возмущена этим. А я потом думаю, ну-ка я хитро сейчас подойду. Вот идешь по городу, допустим, в Сухум приехал, говорят, на грузинском обращаются. Я ей на абхазском отвечаю, бриф, сделан гадзик, бра. Она, рао, лхон. Ну, я не поняла, сделан гадзик, бриф, 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 бриф
Я, говорит, у вас спросила, чтобы вы мне сказали, где там магазин детской одежды и прочее. Моя хорошая, вот сейчас я тебя поняла. У них же была тогда политика такая, чтобы внедрить только грузинский язык, делопроизводство на грузинском языке, чтобы было все вот это вот, только их язык, чтобы существовал у нас в нашей стране. Я говорю, вы знаете, надо говорить на общедоступном языке, я говорю. Вы мой язык не поняли, я ваш язык не поняла, я говорю. Если бы даже я поняла бы, я бы вам не ответила, потому что надо говорить на общедоступном языке. А общедоступный язык у нас, я говорю, русский язык. Вот сейчас, пожалуйста, я направила ее, сейчас, пожалуйста, я тебе скажу, где этот магазин находится. И вот так вот. Даже в Тбилиси мы когда были, вот так вот, мы ездили, были дни культуры Абхазии. В Тбилиси мы когда ездили, там тоже, каждый раз, где бы ты ни идешь, везде и всюду, только у них свой язык, это, конечно, спрашивали, а я по-абхазски им отвечала. Потом они переходили на русский. А что вы сказали? Я говорю, а что ты сказал? Я не поняла, что ты сказал. Uh-huh. И вот так вот. В магазин даже мы заходили. На русском языке, если обратишься к ним, они тебе не отвечали. А потом я стала, думаю, слушай, я сделаю сейчас такой девочками. Я буду на абхазском языке обращаться. Я посмотрю, как они на это отреагируют. Я на абхазском языке. Я говорю, мне из того безбарства хопсить. Я говорю, они думали, что мы иностранцы. А, конечно, сразу, моментально. Что вам? Вот это, вот это, вот. Да, убри ипку. А ей из того, что вы сказали, вот аналогичная ситуация, которая была у вас в школе, она складывалась во многих учреждениях, конечно, Абхазии, госучреждениях и так далее. И вот когда подошли к началу уже непосредственно Отечественной войны народа Абхазии, вот как вы узнали о том, что началась война, и как вы восприняли вообще эту новость? Она была ожидаема для вас? Для меня, честно, если сказать, она неожидаема была. Я бы никогда не могла бы подумать, что они могли бы пойти на нас войной. То есть споры происходили, но что это выльется в войну, вы не ожидали. Бытовые споры были. А так мы очень уважительно друг к другу относились, и к соседям, и соседи к нам, вот так вот. Это бытовые были такие вот разговоры. Ну что, войной пойдут на нас? Этого у меня никогда не было. Даже уже прошли такие слухи, что вот Мхидрионе организовались, вот это вот такие вот было. Ну, есть, думаю, ну что это самое? Даже мой сосед там был, вот. Я как-то не обращала на это внимания. Ну а как вы узнали? Кто вам сказал? 14 августа, у меня сын, царство ему небесное, он учился в Питере. Ему надо было ехать 16 августа в Питер. 14 августа вдруг у нас по соседству умер пожилого возраста мужчина, и мы находились там. И вдруг эти грузинские женщины что-то между собой шушукаются, что-то говорят. Я даже вообще не знала, не в курсе дела. И начали проклинать Гардзенба Владислава Григорьевича. Я так подошла к ним. А с ними стояла одна наша соседка абхазка, тоже умерла, царство небесное. И тоже с ними вроде бы так вот это. Я подошла, я говорю, мне извините, пожалуйста, а в чем вы обвиняете, я говорю, Владислава Григорьевича Гардзенба? Вот началась война. Какая война, я говорю, о чем вы говорите, я говорю. Война началась сегодня, говорит. А кто начал эту войну? Вот вертолеты и прочее, и прочее. Я говорю, так, о Владиславе Григорьевиче слово, чтобы вы не говорили, вы недостойны его, я говорю, ноготка. Вы говорите о своем Шеварднадзе, я говорю. А Владиславе Григорьевиче ни слова. И я побежала домой, думаю, пойду посмотрю, что там, это самое, телевизор включаю, и журналист Аргун. И он это объявляет войну вот так вот сегодня, без объявления войны, войска Госсовета Грузии и прочее. Я была вообще в шоке, конечно. Я была в шоке. Ну и потом съемки показали, как там отдыхающие отдыхали на пляже, и были и летальные исходы были. Вот, поговорим давайте о том, как вот на военные рельсы переходила Гудаута. Вот она была в тылу вроде, да. Но
там находился впоследствии уже военный штаб, политическое руководство находилось в Гудауте. Да. Туда стали прибывать первые добровольцы. Там находились беженцы с Восточной Абхазии. Да. Все сосредоточены были в Гудауте. Да. Вот как выстраивалась жизнь в Гудауте? Нужно было решить массу социальных вопросов, правда же? Да. И много других. Вот чем, например, вы занялись конкретно? Ну, я была дома 15 августа, у моей девочки день рождения было, она 14-го готовилась, но когда узнали, но жизнь продолжается, ко мне пришла 15 числа Чанбана Тела Харитоновна, она ваша коллега тоже, директор телевидения Гудаутского, вот присутствует здесь. Угу. Она пришла ко мне и говорит: «Мери, давай, говорит, пойдем, нам надо, говорит, нам нужны люди, говорит». И сказали, чтобы там дают задание. И такое-то. Я говорю, ну, если я нужна, я говорю, конечно, я говорю, пойдем. И мы вот с 15 числа, с 15-го, как пошли мы, дали нам задание, мы сидели около администрации, нам сказали, объявление было для того, чтобы приобрести там оружие и прочее, кто что может, кто как может, кто золото, кто доллары давал, кто деньги давал, кто что мог, очень активно работа эта велась. Вот. Это мы где-то просидели, там дня 2-3, наверное, просидели. И потом у нас как-то вот мы вошли, нам сказали, организуйте женскую организацию, чтобы союз женщин работал у вас. Мы вызвали Юлию Захаровну, которая возглавляла нашу организацию до войны еще. Мы, конечно, много заявлений, обращений и в Организацию Объединенных Наций, и везде, куда только мы это не писали, куда только мы. Мы проводили такую активную работу, потом уже как-то вот вошли в эту работу, когда прочувствовали, что действительно война, что это не просто такой однодневный или месячный конфликт, уже когда мы прочувствовали, что это действительно. Но я, как преподаватель английского языка, конечно, меня таскали постоянно, тут же приезжали из «Гардиана» журналисты, иностранные журналисты на английском языке. Вот. Потом ко мне приехали Сагария Бачгур, царство ему небесное, его семья, его дочка Люда Сагария, она вообще тоже английский закончила. Я уже не могла, но я педагог, я не переводчица. Я говорю: «Люда, быстро давай, собирайся, я тебя веду туда и передаю все эти полномочия тебе, чтобы ты занималась переводом». Там надо было переводить одно, другое, треть. Мне это было трудно, так как я учитель, только я не переводчица. Ну и все, я эти полномочия передала Людочке. А что стало со школой, в которой вы работали? Школа... Меня назначили, кстати, 2 июля 92-го года директором. А 14 августа 92-го года война началась. Я даже говорила, я говорю, если меня не назначили бы, наверное, и война не началась бы. Вот так мне было это неприятно. Школу мне тогда был у нас главой администрации Сергей Басятович Царгуш. Он меня пригласил и сказал, что надо будет школу под штаб отдать. Должны приехать добровольцы из Северного Кавказа. Там у меня было два здания. Вот, и надо будет им дать. Кстати, я хочу сказать, что там Нан Базакан как раз возглавлял это вот, и потом был Пилия Давид. Я ему свой кабинет полностью дала во всем обмундировании, вплоть, ничего абсолютно не вынесла. Я говорю, я вам доверяю. От сейфа ключ дала, все дала ему. Я говорю, я думаю, что все в целости и в сохранности будет. И постельное белье ему сделала даже, ну, потому что они откуда, из Сухума, где у них что, а в школе где это было, чтобы он не... Потом Инан Базакану попросила, я и телевизор оставила им, актовый зал, все-все. Буквально даже приносила первые дни мыло. Северного Кавказа, когда поступили, они, их тоже. Им принесли постельное белье, все эти, это уже централизованно было сделано. И они, между прочим, я хочу отметить, настолько были такие аккуратные.
Ни к одной, ни к чему не притрагивались такие куры. Я даже пришла на своем языке, им пару слов сказала, тогда еще кое-что знала на черкесском, на адыгейском языке. Я им сказала, я говорю, вот так вот, это детское, все это школьное здесь, война постоянно не будет, я говорю, верну. Они ни к чему не притронули. Дети учили раньше дополнительно, и швейные были эти все, и... Водительские курсы, такие, курсы да, были такие, да, именно учащиеся 10 и 11 класса. Они ничего не тронули. И где-то 28 августа, наверное, они, бедные, пошли в наступление, и мало кто остался среди них. И Адам Хуаде был, они мало кто остались. А потом погибшими мы в школе. Потом, когда нам сказали, что должно начаться занятие, потому что беженцев очень много было, и ребята, и дети, и все. И нам, когда уже сказали, что так как бы устаканилось, что на нашу территорию уже никто не войдет, везде было перекрыто, все, надо занятия начинать. Ну, что делать? Родина просит, значит, надо начинать. Мы начали, правда, у нас было очень много из Сухума, из Ткварчала, очень много детей было, особенно ткварчельские дети. Я вспоминаю, их на вертолете привезли, и девочка, несколько девочек они пришли, мы им давали полные комплекты учебников. У нас в этом отношении в школе все это было. И я помню один момент, когда девочка увидела, отец ее стоял, он погиб, бедный, вот не помню, фамилию не могу, пусть меня Бог простит. И она... Так вот комплект в моем кабинете она зашла, и я ей дала комплект учебников, когда она так на папу посмотрела. «Папа, я буду учиться, посмотри, учебники мне дали». Она такая была счастливая, бедненькая. У нее вот это вот в глазах слезы, которые были, слезы радости были у нее. Я говорю, конечно, будешь учиться, конечно, закончишь школу, конечно, все будет хорошо, я говорю. А папа говорит, ну я, говорит, пойду, говорит, защищать вас всех, говорит. И он, бедный, погиб потом, да, на фронте был. Ну, интересно, много моментов, конечно, было таких вот трогательных. Да. Много моментов. А как складывались вот взаимоотношения в Гудауте между людьми? Вот атмосферу можете описать? Атмосфера у нас была очень... Была просто атмосфера взаимоуважения. Взаимопонимание. И взаимопомощи, наверное. И взаимопомощи, да, конечно. Вы знаете, вот и очень в каждом из нас была эмпатия. Почему? Потому что вот я, например, вот видела, как люди ходили, пальто не имели, но как могли, они убежали отсюда из Сухума, приехали к нам. И вот благодаря им мне было, вы знаете, мне стыдно было одевать пальто, в пальто ходить. Вот. Ну, у меня было там, допустим, если два пальто, одно я кому-то отдала, сапоги, если были, вот так вот мы делили, вот так вот мы помогали друг другу очень. Если бы тогда не было бы такого взаимопонимания, взаимоподдержки, такого единения, я думаю, что мы войну не выиграли бы. Это было. И было оно настолько заметно, и настолько это позитивно отразилось на этой войне, конечно. Хотелось бы, чтобы все это вернулось. Мария Борисовна, я думаю, что мы, конечно, не можем обойти стороной тему Лацкой трагедии 14 декабря, да, когда после нее вот эти вот трупы привезли, и было захоронение, хоронили их в Гудауте. Вот как этот день в вашей памяти отложился? В то время мы уже начали работать. Вот наша организация женская, должны несколько женщин во главе с нашим главой, с Сергеем Басятовичем, я была в школе на работе. Если я была бы тоже, наверное, пошла бы. Но когда их привезли, их-то привезли в морг гудаутский, их надо было обработать.
Их надо было положить в гробы. Вот. И одна группа колотила гробы, другая группа медиков, потом нашей организации, там Зина Агрба, там была Тамара Мухадина, не Тамара, а Лиза была. Пошли многие туда, женщины. И вот после этого им даже Сергею Басятовичу нашему стало плохо с сердцем. Они это все организовали. Единственное, что меня там не было. Но мы потом пошли. Погода была, как сегодня, помню, снег с дождем. Очень было холодно. И мы пошли в парк наш Гудаутский, там, где их всех должны были похоронить. Там и кто-то... Это самое. Я никогда не забуду слезы, никогда не забуду Анцупова. Это было очень больно, как можно было вот столько и детей, и вот так вот, чья рука могла вот так вот сделать это, конечно, боги судья, боги ему судья, кто это сделал. Вера Борисовна, как война, если можно так выразиться, прошлась по вашей семье? Я знаю, что ваш сын воевал, у вас племянники воевали, да? Племянники мои маленькие были. Один племянник, который в 10 классе был, вот он пошел с моим сыном. Сын мой сразу 14 числа, как услышал, он сразу пошел. Несмотря на то, что я ему сказала, я говорю, ну, как каждая мать. Поначалу мы же были растеряны все. Я говорю, Астик, тебе надо ехать учиться. Я говорю, уже было все оплачено, все. Он учил на экономический факультет по культуре. Я говорю, оплачено все, может, ты поедешь. Я говорю, война долго не будет. Я говорю, нам все-таки нужны. Я говорю, тоже специалисты. Он говорит, мам, ты о чем говоришь? Говорит, ты меня воспитала для чего? Для того, чтобы я защищал свое отечество. А вот ты, женщина, говорит, возьми дочку свою и езжай, говорит, в Питер, говорит. Я туда не поеду, говорит. И он с пустыми, с голыми руками, не только он, многие, конечно, начало войны было, многие пошли с голыми руками воевать. У нас было ружье. Я говорю, может, Астик, ты ружье возьмешь? Он говорит, мам, что мне даст это ружье? Вот так вот они вот пошли. Ну, потом, правда, уже когда во время боевых действий убивали те, которые пришли убивать нас. У них брали автоматы и вот пользовались этими автоматами. Ситуация с ранениями можете рассказать? Могу сказать... Алхаз же тоже ваш племянник. Да, Алхаз мой племянник тоже. Трудно немного это все рассказывать, правда, но... Расскажу я, как они были, было Шромское наступление как раз, и он, его раненого привезли. А я, тогда у нас не были жить мобильные телефоны, был телефон стационарный. Лежала внизу на первом этаже, думаю, вот кто-то позвонит или что, но война есть война. На войне и убивают, и ранят могут, и дай бог, чтобы не было этого, но это есть факт. Вдруг моя медсестра в моей школе, которая работает, Ефросинья Чанба, она прибегала, а там был даже перекрыта дорога была в больницу, нельзя было ехать. Она на скорой помощи приехала, когда привезли Хасика. Его привезли, положили в приемной. Она подошла к нему, говорит, как фамилия твоя? Он говорит, Хагушев. А ты, говорит, Мере Борисовну знаешь, говорит. Он говорит, это моя тетя родная. А ты хочешь, чтобы я ее, говорит, привезла сюда? Он говорит, да, говорит, привезите. Говорит. И она поехала на скорой помощи, попросила скорую помощь, потому что там был такой вот, знаете, вот это был ужас. Такое. Приехала. Она говорит, не бойся, не со Стамуром. Я говорю, а с кем? С племянником. А с каким племянником? Я говорю, какой племянник? Афонский, Колдохварский. Кто, я говорю? Она говорит, по-моему, Афонский, говорит. Так он маленький, я говорю. Вот. Ну и быстро мы поехали. Правда, я все закрыла и поехали мы. Конечно, мы чудом ему жизнь сохранили.
Да, в реанимацию его положили. Я смотрю, у меня мальчик уходит уже. Вот. Хотя врачи меня все знали, я спустилась вниз, Шотик Зухба, я говорю, они же врачи были все такие уставшие, привозили, не успевали привозить, они не успевали им операции делать, не успевали первую помощь оказывать. Я говорю, Шотик, я говорю, что-то мне не нравится, по-моему, я говорю, Хасик уходит, я говорю, куда-то не туда. Он, ты что, говорит, он тут же поднялся, наверх поднялся, посмотрел, вроде бы ранения нигде никакого не было у мальчика, все было... Ну, бледный уже лежит, холодный, бледный. Я говорю, Шотик, что? Потом там, сейчас вот он во второй больнице, главврач, он был, другие врачи, все собрались, все поднялись наверх быстро. Все, и он поднял его как-то вот так вот в спину, думаю, посмотреть. А там маленькое-маленькое такое, что-то такое вот было. Да, потом снимки они посмотрели, они же снимки сняли, они посмотрели. У него... где-то какая-то пуля, мол, прошла. Маленькая пуля прошла на 5,45 по позвоночнику и села в левом легком. И там идет кровотечение происходит. Он тут же срочно говорит операционную, говорит, везите его. В общем, повезли его, 4 часа ему делали операцию и спасли ему жизнь. Спасли ему жизнь чем? Тем, что у него кровотечение шло и кровь не сгустилась. Она была такая, что они ее влили, где-то пол-литра крови, они ему опять влили. Естественно, еще добавочно кровь. Вот таким образом, а потом где-то дней через 5, как тяжело больных, там Лакут Зарандия был, по-моему, еще кто-то, человек 5-6, их на спецсамолетом, спецбортом вывезли в Москву. Угу. Да. Мерия Борисовна, вот вы говорили о женской организации, которую создали, да? Вот скажите, какими вопросами конкретно вы занимались? Я так думаю, что вот добровольцы и вообще тема добровольцев, это как раз было вот в вашем ведении, нет? Вы не ездили на Северный Кавказ? Это было, да, у нас. Это было. Можете вспомнить какие-то истории? Это было у нас, вы знаете как, мы, Владислав Григорьевич, первое время, когда вот это вот особенно вот здесь, когда добровольцы, первое наступление, когда было, вот они, очень многие погибли тогда, очень многие погибли, и они старались, ребята-добровольцы старались идти впереди наших детей, потому что они были более такие вот. Естественно, впереди кто шел, он больше погибал. Потом их вывозили на Северный Кавказ. Первые дни вывозили их, Гагра-то была закрыта морем, вывозили прямо на теплоходах, их тут вывозили. А Владислав Григорьевич нас пригласил. Ну, потом пошли какие-то немного там такие разговоры, что вроде бы как-то приостановились добровольцы приезжать, ну, потому что очень много погибло, их отправили на Северный Кавказ. Владислав Григорьевич пригласил нас, Юлию Захаровну, Нателлу Акаба, во главе они были, вот, и он им сказал, организуйте, говорит, команду, говорит, из 10-12 человек, женщин, говорит, и поезжайте на Северный Кавказ, говорит, все города Северного Кавказа, говорит, посетите, говорит, встретитесь, говорит, пойдите могилы, говорит, посетите и встретитесь с матерями, с родителями погибших. Дали нам машину, все, две машины нам дали, мы поехали туда. Была Зебия была с нами, Ермолова Эмма была, ну, вот там была русская женщина, я как черкешенка поехала. В общем, 12 женщин у нас было, мы поехали на двух машинах. В каждом городе, конечно, мы встречались на высшем уровне, нас встречали. Мы организовывали, они организовывали нам встречи с матерями. Были посещены могилы тех, которые погибли. Вот. И это все города. Майкоп, начиная потом, этот, как его, и в Краснодаре мы были, и в Нальчике мы были, Нальчик самый такой, вот там больше всего было оттуда. Там и сел было много, в общем.
Конечно, беседу проводили с ними, мы и на телевидении нас, нам давали время, эфир давали. Первое время, вот я хочу сейчас вспомнить, было вот в начале, прямо в начале войны, мы вот женская организация, которая была, в начале войны еще Гагра не было взято, не было, туда дорога еще не была пробита. Приехали целый автобус женщин из всего Северного Кавказа, активисты женщины. Среди них была еще и чеченка Роза. Вот я помню, я не помню фамилию ее. Их остановили в Адлере. Им сказали, там же были отсюда, которые туда уехали. Армяне, грузины и прочие. Они говорят, куда вы едете, говорит. Там, говорит, убивают всех женщин, говорит, насилуют, убивают их. Куда вы едете, мол, зачем вы едете? Ну, тогда более активные 5-6 женщин собрались, они их морем привезли, а остальные там остались. Ну, естественно, мы их встретили, мы с ними говорили, Владислав Григорьевич их встретил. Вот, дома у меня даже мы стол накрыли им, угощали мы их, все. Поначалу у нас у всех было много продуктов, мы могли, в состоянии были. Потом они, когда в Гагру хотели поехать, посмотреть, как там граница, что там, где Пицунский поворот, там было как раз перекрыто, и они уже не могли сюда, эти грузинские войска, сюда поступить, потому что там ребята из Пицунды, они им перекрыли кислород, чтобы они сюда не... Вот. Хотели поехать, но получилось так, что их стали воздухом. И они, естественно, вернулись обратно. Вот, были ранены, все, в больнице. Мы как раз, я в больнице находилась, и ко мне подходит один Чукбар, их два брата. Тарьел или Автандил, единственное, не помню, кто из них подошел ко мне и говорит, вы знаете, говорит, уважаемые женщины, говорит, нам надо организовать акцию такую, говорит, чтобы нам воздух освободили. Мы Гагру возьмем, главное, нам воздух, чтобы освободили. А я говорю, а что надо для этого сделать? Он говорит, сегодня, говорит, приезжает, говорит, генерал Кондратьев, говорит, сюда, в Гудауту, говорит, и надо с ним встретиться, говорит, и надо ему сказать, говорит, что это их дело, говорит, они с Адлера, говорит, поднимаются, говорит, эти вертолеты и бомбят, говорит. Но надо сделать, чтобы они, говорит, не залетали в Абхазию. Мы, говорит, не можем сделать, говорит, Гагру, говорит, а у нас цель была, чтобы в первую очередь открыть туда дорогу, потому что это стратегическое важное, важный транспорт был для нас. Я пришла в тот, как его, к себе, я говорю, хорошо, сделаем, без разговора. Мы тут же на автобус села, я автобус курсировал. Я говорю, так, водителю подошла, я говорю, вы должны будете сейчас поехать в пансионат Будаута. Я говорю, там очень много наших беженцев, и людей много наших, вы должны им всем объявить, я говорю, чтобы они все шли на КПП. Я говорю, наша воинская часть на КПП. Потом, а заодно меня, я говорю, довезите, я говорю, я в свою организацию пойду, я говорю, и женщинам моим скажу. Я сказала всем нашим женщинам, я говорю, вот так, Юлия Захаровна, вот такое-такое-такое-то делает. Юлия Захаровна, всех по одному, каждый, кто куда пошел, кто посмотрите. И мы где-то в течение часа собрались у КПП, у этого моря людей было, между прочим, собрались все, многие собрались. Роза Павловна Шамба была, Юлия Захаровна, все, весь наш актив, Нателла Харитоновна, там все наше население было. Ну и потребовали мы, естественно, вовнутрь нас никто не пустит. Вот так вот так вот. Пришел к нам полковник Орлов, я помню, как сегодня его фамилию. Он говорит, ну что, говорит, собрались его. Мы хотим встретиться с генералом Кондратьевым. Он говорит, я только двоих возьму, говорит, больше никого, говорит, не буду брать. Ну, он выбрал меня и Розу Павловну Шамба выбрал. И мы поехали, взял он нас туда вовнутрь.
А в это время, оказывается, совещались Владислав Григорьевич, Шеварднадзе, Кондратьев, все вместе совещались. Ну, Владислав Григорьевич, когда увидел меня, мы там вместе в институте учились, и мы знали друг друга. И он говорит: «Мирия, а что случилось?» «Рашзайхан». А брак генерал Кондратьев духу пхагайцит. Я говорю: «Ахят шахтахупсит». Ауску камопсит. Я говорю: «Васабасан». «Иди кошцу яшуби». Он понял, к чему мы это говорим, потому что у них тоже самая была беседа на эту тему. Сегодня, говорит, они, говорит, в Сухум, сейчас они вылетают, говорит. И вы, говорит, с ними не встретитесь, говорит. Завтра он находится, говорит, в МВО, в санатории, говорит, в Гудаутах. Будет он там, говорит, вот туда идите, там организуйте пикет. Хорошо? И мы ушли. На следующее утро еще больше женщин собралось там, уже с плакатами собрались, всякие плакаты уже были, все. Ну, подъезжает машина, мы ждем, подъезжает машина. Это самый такой интересный момент. Юлия Захаровна и я подходим, сидит впереди мужчина, водитель, и трое сзади сидят. И он начал: «Вот что вы, мы устали, мы всю ночь не спали, мы это и прочее». Мы говорим: «Мы тоже не спали всю ночь, вот здесь вот стоим, ждем генерала Кондратьева». «Его нету, говорит, здесь нету, мол». Я говорю: «А нам сказали, что он должен подъехать, приехать». А водитель, буквально с полуслова я его поняла, «Йопи». Он когда вот это вот сказал, я тут же сразу вовнутрь заглянула, он сидит посередине, двое лба стоят, там это самое. Я говорю: «А я его не видела ни разу, я его, кстати, и не знала». Я говорю: «Ну, уважаемый генерал Кондратьев, как вам не стыдно?» Я говорю: «Я же вас по телевидению вижу, ваш хоть самбадзе с вами, не видела, не знала его». Я говорю: «Ну, мы же с вами хотим встретиться, ну разве так можно? Мы женщины стоим, я говорю, а вы это самое, прячетесь от нас». «Ну ладно, ну что вы хотите?» «Мы встречи хотим с вами». «Я не могу, я сейчас должен с Ельциным, то Ельцин будет, говорит, сейчас со мной говорить на проводе, говорит, я должен с ним встретиться». «Ну, я говорю, после Ельцина мы подождем, если мы со вчерашнего дня ждем вас, я говорю, мы подождем, я говорю». «Ну, я, если что, говорит, только минут 10-15, ну, там, я говорю, посмотрим, сколько мы будем говорить, я говорю, там время покажет». Я говорю: «Вот только четверых я приму, больше я не приму никого». Ну, потом женщинам мы сказали, они разошлись, они впустили его, и нас четверо. Я была, Юлия Захаровна была, Роза Павловна была, и еще одна женщина русская была с нами. Вместе мы поднялись. Мы минут 40, наверное, говорили с ним. Очень многое мы ему сказали. Все мы, Юлия Захаровна нам дала такие вот поручения, что ты будешь об этом, ты будешь об этом, ты будешь об этом. Каждый из нас знал, о чем будет говорить. Вот. И мы вот его, конечно, 40 минут, наверное, где-то мы с ним разговаривали. Он ничего, он вот так вот сидел и выслушивал нас, ничего не говорил. А потом уже в конце сказал. Единственное, я ему так сказала, все грамотно все выступили. И в конце я ему сказала: «Извините», я говорю, «уважаемый генерал Кондратьев, пока жив хоть один абхаз, абхазская земля, она была абхазской, она будет принадлежать абхазам. И если вы хотите дружить с абхазами, если вы хотите пользоваться нашими красотами, нашим морем, нашим воздухом, будьте добры, пожалуйста, все то, что здесь вот было сказано, что, пожалуйста, нам воздух, дайте нам свободу, очистите нам воздух, чтобы не было вот этого. А остальное уже дело наших ребят будет». Вот. И не забывайте, что вот такую пять земли мы никому не отдадим. Это наша земля, и она будет нашей. Абхазия будет Абхазией. Ну все, я уже услышал вас, я все понял, Ихан, и мы разошлись спокойно, так дружелюбно разошлись. Результатов-то мы не знаем, откуда мы знаем, что это самое. Утром Сергей Басятович заходит, приходит к нам, где мы сидим, в этом же помещении, смеется. Мы так смотрим на него.
А что случилось, Сергей Басятович? Он говорит, вы знаете, что Кондратьев сказал? Все сделаю, говорю, только больше этих женщин не пускайте, говорит. Только, пожалуйста, говорит. Вот все сделаю, говорит. А я говорю, а нам это и надо? Я говорю, не сделает, мы еще больше соберем, я говорю, женщин. Мы еще больше, я говорю, и пойдем туда, я говорю. Спасибо, спасибо большое. Хочу обратиться к тем, кто нас слушал, у кого есть вопросы. Спасибо большое за столь интересный рассказ. Я сама собрала немало интервью, где люди делятся своими воспоминаниями о войне, и не менее прослушала. И большинство из них говорят о том, что до войны, то есть были какие-то прекрасные отношения между абхазами и грузинами. Однако мы все знаем, как танки грузины встречались с цветами, как они радовались, как моментально поменялось отношение к абхазам. И как вы считаете, с чем это связано? И вот это хорошее отношение, которое было до войны, было ли это лицемерием и готовились ли они к этому? Они надеялись на то, что за 3 дня возьмут Абхазию без абхазов, что Абхазия будет у них. Им нужна была земля, им нужна была Абхазия. Им все эти, все то население, которое было, все, мы им не нужны были. Особенно те, которые сопротивлялись, им не нужны были. Им нужна была только земля, что это грузинская земля, что это Грузия, нет никакой Абхазии. И у них была такая цель. Естественно, они их встречали, надеялись на то, что у них получится их план. Но, однако же, их план сорвался. И очень технично, и методично. Мы, естественно, мы, извините меня, они оккупировать хотели нас, но мы коренные жители здесь, здешние. Извините, мы сопротивлялись. Мы не могли отдать им на эту землю ни в коей мере. И это все мы делали для того, чтобы язык свой абхазский сохранить. И нашему подрастающему поколению, чтобы комфортно жилось у себя на своей родной земле. Вот. Поэтому мы и победили. Спасибо, Мерь Борисовна, за столь интересный рассказ. У меня к вам вопрос, как к педагогу с большим опытом, с большим стажем. В связи со сложившимися обстоятельствами, в связи с пандемией, вы знаете, все мы знаем, что был приостановлен учебный процесс. Сейчас я думаю, что не только думаю, знаю, что еще дальше продлевается карантин. Как педагог, что вы можете сказать? Вот предлагаемый нами, нам предлагают онлайн-обучение, да? Будет иметь такая форма учебы успех? Как вы на это смотрите? Спасибо. Но мое личное мнение, я вообще с онлайн-обучением, я, конечно, противница этого онлайн-обучения. Визуальное и виртуальное все-таки имеет какое-то совершенно разное значение. Когда ты с глазу на глаз выходишь к ребенку и объясняешь, и чувствуешь, смотря ему в глаза, он понял тебе или не понял, естественно, здесь, конечно, более продуктивно будет уроки проходить. Что касается, единственное, что я просто могу сказать, что учеников, я бы, например, так сделала бы, учащимся 10-х и 11-х классов, им надо какие-то определенные предметы сдавать, поступая в высшее учебное заведение. Вот, в данной ситуации я бы так сделала. И вот каждый из этих детей, который собирается поступать, выпускников, им нужно по 4 предмета. 4 предмета онлайн – это не сложно абсолютно. Это они взрослые. Но что им можно, даже учащимся 10 класса, можно хорошим ученикам, которые хорошо учились, чтобы не терять время, дать им возможность, выдать им аттестаты, и пусть они поступают в высшие учебные заведения, так как вот эта вот ситуация у нас произошла. А что касается начальных классов, начиная с 1 по 9 включительно, я считаю, конечно, 1-4 классы, они должны быть вообще в отдельном помещении, вообще это должно быть, в отдельном помещении должны заниматься эти дети, а остальные, 2-я ступень, 5-й и 9-й классы, они, в смысле, тоже заниматься.
ходить в школу, обязательно. Я с онлайн-учебой, я вообще не дружу. Я не дружу с этим. Вот. Это не учеба, это не воспитание. Вот это нам внедрять. Я думаю, что нет смысла. Мы должны... Вы знаете, будучи в 2005 году в Америке, как директор школы по обмену опытом, из шести государств бывшего Советского Союза, в том числе я из Абхазии была. Вот, с грузинской делегацией, правда, я была. Но я себя считала, что я из Абхазии. И ни в коем случае не позволяла, чтобы они мне говорили, что я из грузинской делегации. Хотя грузины, которые были со мной, четыре человека, они сказали, мы бы тебя и не уважали бы, если ты сказала бы, что ты с нашей делегацией. Там, вы понимаете, они... Вот очень много было лекций, очень много было занятий у нас. Очень много школ мы посетили. Мы две недели были в Вашингтоне, а потом две недели мы были в Калифорнии, в штате Калифорния, город Чико есть такой. Вот. Очень много школ, и сельские школы, и все посещали. Вот лектора, которые с нами работали, они нас просто просили, что не переходите на нашу систему образования. Мы специально программу эту создали, вопреки даже многих наших чиновников, говорит, чтобы перейти на систему образования советских времен. Поэтому мы с вами как раз-таки и вот этот вот обмен опытом решили эту программу создать. У них, вы понимаете, нет диалога. Вот они, можно сказать, они почти онлайн занимаются у них. У них все компьютеризировано, все вот это вот, понимаете? Но у них нет диалога между учителем и учителем, раз, между учителем и учеником, два, между учеником и учеником вообще нет диалога. Вот эта тема даже когда была, я по поводу этого диалога, я вообще поставила им единицу. Он смеяться начал. А вы, говорит, правы, говорю. Да, я права, я говорю. Потому что у вас нет диалога, я никак не могла добиться. Я говорю, у вас учительские есть вообще в школах? У них нет учительских. А потом мне переводчики сказали, у вас вообще классные руководители, я говорю, у вас вообще воспитательная работа какая. У них это не проводится ни в коей мере. У нас намного высшее образование и намного эффективнее, если мы сохраним, вот мы понемногу начинаем тоже переходить на вот это вот западный метод образования, вы знаете, путем игр и прочее, путем игр, извините меня, вы не научите ребенка, глубокие знания не дадите. Конечно, это тоже надо, но смотря где и как надо. Там у них, что мне понравилось, начальные классы у них отдельно в здании занимаются, вторая ступень, пятые и девятые классы в отдельном здании занимаются, десятые и одиннадцатые в отдельном здании. У нас в Сухуми, в Абхазии, вернее, можно было это внедрить. Но я когда приехала, в то время министром образования, которая была, я пообратилась к ней, сказала, если надо будет, обменяюсь опытом и прочее, но не захотели меня услышать. Ну, не захотели, это ваше дело. А сейчас как раз-таки мы пришли к этому, что дети начальных классов должны заходить с другой двери, выходить должны, не должны соприкасаться со старшими. А это можно было сделать уже давно, между прочим. Вот. Поэтому я сразу вам говорю, онлайн-образование, я не дружу с этим. Спасибо. Еще вопросы? Вы как мать, как педагог, и у вас и дома ваш сын, и ваши дети практически, да, в школе, выпускники, ваш сын тоже студент, они все пошли на войну. Дети, которые еще не сформировались до конца как личности, то есть они еще не работали, не было профессии. После войны сложное время, многие ранены, и мы говорим много о том, что не было реабилитации. Вот как пошла их жизнь? Немножко об этом хотелось бы, чтобы вы поговорили. Да, это сразу после войны.
Те, кто погибли, погибли, Царство им небесное, а те, кто остались, считайте, что они тоже полутрупами были. Надо было обязательно, конечно, сразу начинать, чтобы в каждом регионе, в каждом районе открывались реабилитационные центры для таких вот ребят, которые остались по воле судьбы Божьей, остались живые. Это надо было обязательно. Уже тогда Ассоциация женщин Абхазии во главе с Нателлой Акаба уже тогда, Далила Пилия, вы, наверное, помните тоже, уже тогда мы начинали проекты писать такие вот, чтобы в каждом районе были вот эти реабилитационные центры. Сразу после войны, это где-то 94-й, 5-й годы, вот тогда вот. Но нас мало кто услышал. Мало кто услышал нас. Конечно, ребята, многие ребята не состоялись. Почему я буду обманывать? У меня сын не состоялся. Вот. Контуженный был, дважды ранен был. Ну, вот кто к наркотикам, кто к алкоголю. Вот так вот, кто как. Они не могли самоопределиться, многие. Были такие сильные ребята, несмотря на то, что я очень много говорила со своим сыном. Я вообще волевая женщина, у меня силы много. Есть такая воля такая сильная. Я говорю, Астик, я говорю, ну что ты, я говорю, такое, почему ты так себя ведешь, я говорю. Ну ты же ведь, я говорю, умница такой. То, что он перечитал, я, наверное, по сей день еще столько не читала, сколько он знал. Я говорю, ну ты же такой умница, я говорю, ну возьми себя в руки в конце. Он не мог никак забыть тех ребят, которые рядом с ним погибали, трупы которых они вывозили оттуда. Он вот это вот все не мог забыть. Он даже скучал по своим ребятам, которые были в одном батальоне вместе с ними. Вот. Ну, знаете, вот, конечно, сразу нужно было реабилитационный. Да и сегодня у нас нет нормального реабилитационного центра. И сегодня у нас нет, конечно. Конечно, к этим ребятам, которые воевали, которые инвалидами стали войны, они постепенно уходят, Но вопрос надо задать, а каково той семье, где воевал, человек контуженный был, какова жизнь у них создается в семье? Понимаете, это сложно сказать, это ад в семье, не каждая семья это раскрывает. Но эти ребята, они не состоялись. Они, неважно, если он погиб на войне, а эти, извините меня, оставшиеся, они тоже полупогибшие, считайте. Многие не состоялись. Вот. Поэтому, конечно, им больше бы внимания надо было уделять. И вот сегодня та тенденция, которая идет, вот лжеветераны, лжеинвалиды, извините меня, это вообще позор. Это позор для нашей нации. Я, например, не хочу сегодня, чтобы рядом в списке, там, где мой сын, а также каждая мать, которая знает об этом, я бы не хотела, чтобы молодежь, которая растет, подрастающее поколение, имели дело с этими лжеветеранами, лжеинвалидами. Это очень стыдно. Вы знаете, если ты в быту получил инвалидность, то зачем ты себя делаешь, что ты инвалид войны? Если ты не воевал, зачем тебе эта корочка, что ты воевал? Это вообще позор, я считаю. Это позор для нашей нации. У меня бы в мыслях, даже во сне, если бы я это увидела, не поверила бы, что кто-то может себе позволить такие вещи сделать. Спасибо. Мне обидно, что у нас реальные участники войны не столько пользуются авторитетом, реальные инвалиды войны не столько пользуются вниманием со стороны властей, как вот эти вот лжеветераны и лжеинвалиды. Спасибо. Есть еще?
Мы с вами одно поколение, и одну трагедию мы с вами пережили. Я прекрасно знаю с первого дня войны, что вы переносили, в частности, в нашем доме. Когда о войне говорят, мой брат всегда говорит, как вы создали ему условия в своем кабинете, оказавшись абсолютно с пустыми руками в гудаутах, вы все, чем могли, помогали. Спасибо вам за то внимание, которое вы уделяли, уделяете молодым людям, особенно сегодня, когда наши молодые люди очень многое пережили. Одни вышли по одному, другие, к сожалению, по-другому. Иных уже нет в живых. Может быть, в этом вина и наше старшего поколения. Не доглядели, не смогли реабилитировать, не смогли поддержать, не смогли помочь. Сегодня, когда на постсоветском пространстве, и не только, все увидели ужасы, которые происходят у наших соседей. Это Карабахская война, 44 дня, которая продлилась. Совершенно новые возможности и условия сегодняшней войны. И не дай Бог ее пережить вновь. И поэтому то подрастающее поколение, которое сегодня становится на ноги, дай Бог, чтобы мы их воспитали в мире, в уважении к миру, в понимании того, что агрессия никогда ни к чему хорошему не приведет. Спасибо вам огромное-огромнейшее за то добро, которое вы сеете и сегодня среди молодежи. Большое вам спасибо, огромное спасибо. Thank you.